Сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал, быть полицейским – это призвание. Государственные награды, медали за спасение погибавших, вручены полицейским из Республики Коми. В городе Усинске в многоквартирном жилом доме возник пожар. Из окон горящего здания люди молили о помощи, некоторые даже предпринимали попытки выпрыгнуть с верхних этажей. Полицейские Расим Ахмедов и Равиль Кочекаев бросились спасать граждан, хотя средств индивидуальной защиты органов дыхания у них при себе не было. В результате самоотверженных действий сотрудников все граждане были спасены. Удар был настолько сильный, что мы не могли самостоятельно выбраться из дома. Страх, паника, ужас. И к нам на помощь пришли сотрудники полиции, которые нас благополучно спасли, меня, моих детей, собак, мужа. За что им большая благодарность и всего самого лучшего.